О правилах поведения на замерзших водоемах рассказали сотрудники МЧС. Сегодня они провели замеры прочности ледового покрова Семеновского озера. Сегодня происходит у нас мероприятие по замере толщины льда, по выяснению его надежности, скажем так, его целостности и толщины. Лед при замере показал, что расстояние между лунками мы сделали 20 метров, лед толщиной 23-25 сантиметров. Лед считается безопасным для ходьбы при толщине свыше 7 сантиметров, а если она достигла 20, то выдержит и машину. Впрочем, автолюбителям от экстрима рекомендуют воздержаться. Выходя на лед, стоит помнить прежде всего о технике безопасности. Любителям зимней рыбалки нельзя бурить лунки ближе 5-6 метров друг от друга и ловить рыбу слишком далеко от берега. Также не следует проверять лед ударами ноги. Родителям следует не оставлять без присмотра детей у ледовой кромки. Важно помнить, любые неосторожные действия на льду могут привести к трагедии.